Привет, друзья! В этом видео мы определим победителя конкурса на «Угадай цену на лот» на аукционе Виолити, и победитель получит 100 гривен на счет. Ну что ж, переходим на аукцион и посмотрим, как сейчас проходят торги. Торги завершены. Мы видим финальную стоимость продажи данного лота 69 тысяч 70 гривен. Вот такой вот необычный лот под вес 16 века. Давайте перейдем в комментарии, посмотрим, кто же ближе всего к данной цифре. Загружены у меня уже комментарии в новой студии YouTube. И мы смотрим, что очень разнились данные цены. От 20 до 200 тысяч гривен были предложения. Мы видим 47 тысяч гривен. Видим, ага, вот я уже для себя выделил тот вариант, который победил. Это 69 тысяч тире 71 тысяча. Давайте полистаем дальше, чтобы вы видели, что все честно. Вот такие вот у нас были еще ставки. И 90 тысяч были, и 43. Ну что ж, я сейчас полистаю до конца, чтобы вы убедились, что были 63 тысячи, довольно близко, 30 тысяч, 3 тысячи долларов. Так, вот комментарии завершены. Ну что ж, у нас есть победитель. Я поздравляю. Пользователь с ником Кладоискатель Тема. Я поздравляю вас, вы победили. Напишите, пожалуйста, мне в Telegram. Друзья, также у меня есть группа в Telegram, в которой можно следить за новостями и вот подобными конкурсами. Напишите, какой конкурс вам было бы интересно, чтобы я провел, что разыграл, возможно, продолжим тему вот таких вот лотов, как вам, а где вы угадываете стоимость на аукционе. Ну что ж, напишу сейчас победителю и буду ждать от него сообщения. А вам хорошего настроения, пишите ваши комментарии и всем пока!